Всем привет, ребяточки! Вы на моем канале. Перед началом видоса обязательно ставь лайк. А сегодня мы полетим на дроне следить за безумным клоуном. Мне скинули координаты одного безумца, который переодевается в клоуна. И он тупо нападает на людей. Сегодня мы это все узнаем, но перед этим я бы хотел вам напомнить, что мы с Никитой соревнуемся в Инстаграме. И кто первый наберет 100 тысяч подписчиков, подарит вам PS5. А кто проиграет, пострижется на лысо. Так что, ребяточки, обязательно подписывайся на меня. Ссылочка будет в описании в Инстаграмчике. Зовите бабушек, дедушек, котиков, всех, кого знаете. И чтобы быстрее 100к набрать. Вам призочек и заодно шоу «Кто проиграет». Давайте, ребяточки, за меня затопите, так сказать, чтобы некто бы офигел. Так что, ребяточки, сейчас включим дрон и полетим к этому безумцу, который переодевается в клоуна-убийцу. Сейчас вы сами все увидите. Так, народ, запустили уже дрон. Так, тут какой-то непонятный чел что-то сделает. Короче, мы прилетели на эту местность, и здесь, походу, обитает вот этот странный клоун, который охотится за людьми. И вот, смотрите, тут какой-то чел, непонятно, что он делает вообще. Видите, тут какой-то чел, то ли он что-то там ищет, то ли что-то делает, ребяточки, я не понимаю. Возможно, это тот самый клоун, но вроде бы вряд ли, потому что он без костюма, и что-то он там делает, непонятно. Он что там, в туалет ходил, ребяточки? Напишите в комментариях, как вы думаете, что он делал. Офигеть, какой-то чел, а куда он зашел? А куда он зашел, ребяточки? Там какая-то здоровая дыра в полу, и он там живет. Это что, какой-то хоббит, блин? Короче, ребяточки, максимально. Только прилетели на местность, а тут уже творится какая-то дичь. Смотрите, здесь какие-то поломки непонятные. Какой-то чел чисто живет в дыре, в полу. Тут какая-то дыра, как будто там торпеды взорвали какой-то тонной. Так, давайте посмотрим, что тут вообще есть. Тут одни какие-то развалины, но как раз вот эти координаты мне и дали, что тут обитает какой-то странный клоун, и он пристает к людям, и он на них охотится. Сейчас будем узнавать, что да как, смотреть, что тут есть. Так, ребяточки, тут какой-то песочек, какое-то вот здание такое, вполне выглядит незаброшенным, оно такое здоровое. Вот тут есть какие-то рельсы, куча зданий, я не знаю, либо это какое-то... Ой, ребяточки, что-то дрон завис, пролагал очень сильно. Опа, опа, ребяточки, вон какой-то чувак. Это клоун, он прыг-скок, бегает тупо, пошел искать жертву или что? Что это за чувак? Какой-то реально чувачок переодевается в клоуна и бегает. Офигеть. Так, попробуем туда полететь. Так, смотрите, он спрятался. Он спрятался и кого-то ждет, он поджидает свою жертву, офигеть. Что за клоун, офигеть. Тут есть люди, интересно, еще. Походу, он каких-то людей ждет, чтобы их лопнуть или что, или просто что-то плохое сделать, я даже не знаю. Короче, ребяточки, давайте просто наблюдать, что этот клоун себе позволяет, что он хочет вообще от людей. Так, он что-то там прячется, что-то он вышел и крадется. Так, давайте посмотримся, тут есть вообще люди какие-то, вроде не вижу людей. Смотрите, как он бегает, такой прыг-скок, прыг-скок, тупо на позитиве, так сказать, парень. Ну, лучше, ребята, на таком позитиве не сидеть. Так, он опять куда-то делся, опять спрятался. Не, вон он, смотрите, скачет, прыгает себе, офигеть. А может, это добрый клоун, ребяточки, может, тут какой-то просто чувак, типа, всех смешит, типа, угорает, а на самом деле он не злой, фиг его знает. Давайте смотреть, что будет дальше. Пока что он просто бегает, прыгает, забавненько, такой... Обычный, так сказать, клоун. Обычный, блин, таких обычно людей нет. О, ребяточки, там какой-то чувак идет. Какой-то чувак идет и по телефону. А клоун спрятался, он его поджидает. Офигеть, вы видите это? Жесть, чувак. Иди, так сказать, вперед и не оглядывайся. Смотрите, клоун тупо засел, ждет, пока он что-то будет делать. Так, чувак договорил, обсмотрелся. Может, он знает, что его клоун ждет или что? Или куда он пошел? Смотрите, клоун вышел. А чувак, походу, хочет в туалет. Или что он, куда он пошел? Да, ребята, он пошел поссать. Ребяточки, смотрите, клоун уже сзади. Он уже... Смотрите, что он делает? Он откуда-то достал нож. Откуда он взялся вообще? Я не понимаю. Смотрите, клоун его тупо гопает. Офигеть, он ему что-то... Он требует от него что-то.
Так это реально, это все реально, клоун какой-то вымогатель. Она дала ему деньги или что? Просит еще дать. Офигеть, ребяточки, вот это жесть, вот это мы сейчас тупо полетали, сняли тупо. Видите со своими глазами, вот это жесть, просто он его гак, он его ударил тупо по животу с колена, вот это больно. Бедный чувак, чувак, беги. Смотрите, он дальше радостно побежал гопать других людей, что это за жесть какая-то. На него нужно полицию натравить. Просто какая-то жесть. Сейчас попробуем за ним последить. Так, ребяточки, дрон пролагал. Смотрите, вон он скачет по рельсам. Смотрите, тупо побежал куда-то. Куда он бежит, непонятно. Давайте за ним проследим. Он тупо бежит по рельсам. Его ж может сбить поезд. Он вообще ему пофиг или что, я не понимаю. Так, он остановился, как будто кого-то ищет. Смотрит, кого же можно ограбить. Это тупо клоун-убийца какой-то, я вам говорю. Такого видите, лучше сразу бегите, ну его нафиг. Смотрите, он просто прыгает, как на скакалочке, через вот эти штукенции. Просто жесть. Вот это крепотня, ребяточки. Если я такой ночью увижу, я тупо офигею. Смотрите, просто прыг-скок. Ну что это за чувак? Ну реально у него за головой неполадки какие-то, ему нужно к врачу. Смотрите, он просто балуется, просто ему просто нравится это все. Я не знаю, что это за чувак вообще, он живет на этом заводе или что? Если хотите, чтобы я, так сказать, еще раз полетал тут, разузнал про этого клоуна, обязательно ставьте кучу лайков, я еще расскажу, давайте за ним проследим до конца. Вон там какой-то чувак! Так, я надеюсь, он его не гопнет, чувак, убегай. О, подождите, клоун даже его не заметил. Фух, пронесло чувака. Смотрите, он тупо куда-то смотрит, он тупо в афиге. Типа, что происходит? Офигеть, ребяточки, вот это было жесть. Короче, ребяточки, будем лететь, наверное, домой уже. Этот клоун, походу, полетел домой. Ну, ребяточки, что мне сказать? Этот реально клоун существует, он тупо ходит там, гопает людей. Я тупо в шоке, что нам удалось заснять, как он ограбил какого-то человека. Такое реально нам нужно наказывать. В следующий раз, если я полечу, так сказать, на эту локацию, попробуем его словить. Если вы за, то обязательно оставь лайкос. Пиши в комментариях обязательно свой коммент, и я обязательно его прочту и сделаю какие-то выводы. Так что не ленись, так сказать, напиши комментарий. Мало ли, я прочитаю, и что-то изменится, контент в лучшую сторону. В общем, ребят, что вам сказать? Если хотите больше видосов с дроном, обязательно пишите об этом в комментариях, пишите дрон, 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 и куча лайкосов, я пойму, что вам это нравится. Сегодня видос вышел очень жесткий, потому что этот клоун, непонятно вообще, откуда он там взял нож, я просто в шоке до сих пор, что он гопнул человека. Слава богу, что он не увидел, что его снимают. Ну все, ребяточки, с вами был я, до скорых встреч.